Поздравляю с началом открытия Дубры. Голосовали? Молодцы. Ну, если вы местный, проголосовали, тогда вход бесплатный. Пандемия, что ж ты наделала? Ты на целых на 3 дня людям праздник сделала. Может, в этот раз народ самых лучших не смеет? Пора, Мэлли, ты пора. У татар есть хорошее выражение, что без надежды живет только скотина, а у человека всегда должна быть надежда. Ярхан Рафасар Гайрам. Яр. А в Димашке? Я всегда выбираю, но по душе, естественно. Голосуем, паримся. Не голосуем, не паримся. Скажете тем людям, которые не хотят приходить на выборы, голосовать? Пускай не жалуются.